Краснодарских мальчишек и девчонок приглашают послушать сказки под музыку. Сегодня в музыкальном театре открылся цикл концертов «В гости к оркестру». Автор идеи, художественный руководитель театра Владислав Карклин, выступил в качестве дирижера и в роли ведущего. Встречи проходят в формате познавательной игры. Первый концерт нового проекта был посвящен сказочной музыке. Юных зрителей ждали экскурсы в историю, сюжетные перипетии сказок и отрывки из музыкальных произведений. Очень важно, чтобы родители сами интересовались музыкой, потому что своим личным примером они, конечно, заражают своих детей. Когда дети приходят со школы домой и учат уроки, папа сидит и следит, чтобы 3 плюс 3 было 6, мама следит, чтобы молоко было через 2 буквы «О» написано. Но я считаю, что мы должны знать, что такое ноты, что такое классическая музыка. Следующий концерт пройдет в октябре. Он посвящен уже морской теме в музыке. Владислав Карклин будет читать ребятам отрывки из романа «Дети капитана Гранта», расскажет о Робинзоне Крузо, а также о великих путешественниках и живописцах.